Андрей, вот только что разговаривали, продолжение разговора, вот дранка, вот, лиственная. Колется она вручную. У меня на территории здесь кузница еще есть. Вот. Делаем специальный инструмент. Вот такие дощечки. Длина 30. Ширина произвольная. Но это вот это самое это как вот там узкая. Где-то примерно тут 12-13 сантиметров. Вот такая вот. Ложится она в три слоя. Вот. Считается также в три слоя. Смотри сайт. На сайте все есть. Первый ряд дранки, самый нижний, прибивается тут не показано, прибивается в два слоя вообще. Полностью покрывается вот так вот. И это надо считать, сколько у тебя краев кровли. Вот. И длины я тебе посчитаю, то есть у тебя будет, то есть не 45, наверное, 48 или там 49 квадратов, но лучше взять чуть больше, вот. Чтобы потом не доставлять. Ладно, удачи.